Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как покрасить траву в Майнкрафте Pocket Edition. Чтобы покрасить траву, вам понадобится скачать Addon Toolbox, который вы найдете совершенно бесплатен. После чего, когда скачали Addon Toolbox, вы открываете и заходите в совершенно обычный мир. Ну и что же, в чем заключается фишка, спросите вы? А фишка заключается в том, что эта трава будет видна и совершенно в обычном ванильном Майнкрафте, то есть она будет видна без всяких модов. Ну что ж, берете краситель и просто тапайте по совершенно на обычной траве, после чего ваша трава красится в тот краситель, который вы тапаете по траве. Это просто великолепно, друзья. Я не знаю, что еще можно сказать. Great, великолепно. Я не знаю, правда, что еще сказать, но это очень классная фишка, которую я, можно сказать, знал давно, но я вам решил показать. Может быть, кто-то уже знал, а может быть, кто-то узнал только с помощью вот этого видео, друзья. Это очень классная фишка, и с помощью него можно делать очень классные узоры, которыми я сейчас занимаюсь, друзья. Наверное, многие поняли, что я сейчас делаю, но я, возможно, могу и перепутать флаг, который я сейчас делаю, потому что я сейчас уже хочу очень сильно спать, да, и, наверное, не хватает белой ножки. Можно ее назвать так, да, давайте сделаем из костной муки, так, нет, да, но почему-то она все равно серая, друзья, я взял костную муку, но ножка почему-то все равно получилась серая. Овечка, что ты тут делаешь? Нет, тебе сюда не надо. Ну что ж, как видите, вот такой у нас сегодня была фишка, ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.